Внимание, сюрприз. Ее зовут Лил. Дочь сестры моей матери. Понятно. Удачи вам обоим. Сэм, будешь работать с Четом. У него свой метод работы. Меня можно найти в штаб-квартире Филадельфии. Я вылетаю сегодня. Что-то не так с этой танцовщицей, ты не находишь? Что это все значит? Я объясню тебе. Вспомни выражение ее лица. О чем это вы? У нее был угрюмый вид. Нас ждет сопротивление со стороны местных властей. Они не обрадуются появлению ФБР. Знак глазами означает большие неприятности. В глазах местных властей. Ставлю на шерифа и его помощника. Ты видел, что она держала одну руку в кармане? Это значит, они что-то скрывают. А другая рука сжата в кулак. Значит, они настроены агрессивно. Лил топталась на месте. Значит, и нам с тобой придется поработать ногами. Коул назвал ее дочерью сестры его матери. Чего, по-твоему, здесь не хватает? Дяди. Скорее всего, дядя шерифа находится в федеральной тюрьме. Позволь задать тебе вопрос, Стэнли. Ты обратил внимание на одежду? Платье идеально сидит на ней. Я заметил нитку другого цвета, там, где проходит шов. А ведь Гордон хвалил тебя. Такая одежда — кодовое обозначение наркотиков. Еще что-нибудь заметил? Голубую розу? Верно. Но об этом я не могу рассказать. Не можете? Нет, не могу.